Садхгуру, когда вы говорите о благополучии, один из аспектов, на который вы обращаете внимание, это взаимодействие тела, ума, эмоций и, что самое главное, энергии. И я думаю, что вы описали это очень красиво. Если тело испытывает приятное ощущение, мы называем это здоровьем. Если ощущения очень приятные, мы называем это удовольствием и так далее. Можете перечислить до конца. Простите? Можете перечислить весь список до конца. Итак, если ум находится в приятном состоянии, мы называем это радостью. Когда его состояние становится очень приятным, мы называем это умиротворенностью. Когда нам хорошо на уровне эмоций, мы называем это любовью. Когда очень хорошо — это сострадание. Когда ощущения становятся приятными на уровне энергии, то мы называем это блаженством, и когда они становятся очень приятными, мы называем это экстазом. Вы очень хороший ученик. Итак, мой вопрос. Можете ли вы пояснить, что именно вы имели в виду? В чем разница между блаженством и экстазом? Для людей, которые не являются мистиками, на что это похоже? Вы обвинили меня в том, что я мистик. Я бы хотел прояснить это. Как-то раз на лугу паслись две коровы. Паслись на английском лугу. Английские коровы. Понятно. Как у Томаса Харди. Одна корова спрашивает у другой: что ты думаешь насчет коровьего бешенства? Вторая отвечает: мне плевать, все равно я вертолет. Так что мистик — это тот, в чьем восприятии нет ошибки относительно того, кем он является. Окей. Поэтому есть только два вида людей — мистики и недоразумения. Это легко запомнить. Итак, мистик не появляется из ниоткуда. Он уделял внимание простым аспектам жизни, очень простым вещам. Когда я говорю «очень простым», я имею в виду элементарные вещи. Сейчас, как вы понимаете, что находитесь здесь? Что лежит в основе этого восприятия? Я говорю с вами. Даже когда вы молчите, вы все еще знаете, что находитесь здесь. Так как вы это знаете? Я ощущаю. Что? Что я нахожусь в этом месте. Здесь публика. Мы ведем разговор. Нет, даже если вы закроете глаза, вы все еще здесь, не так ли? Я обладаю самосознанием. Я нахожусь в сознании. Я в сознании. Вы в сознании. Причина, по которой вы знаете, что вы здесь, ваше сознание. Откуда вы знаете, что у вас есть тело? Я могу двигать рукой. Многие вещи могут двигаться. Но я заставила мою руку двигаться. Хорошо, но даже если вы не двигаетесь, вы все равно знаете, что тело есть, не так ли? Потому что есть ощущение, не так ли? Yep. Если не будет ощущения, то вы не будете знать, есть у вас тело или нет. Без осознания вы не будете знать, здесь вы или нет, не так ли? Эти вещи мы воспринимаем как должное. Если вы уделите им немного внимания, вы увидите, что это целый мир. Это целое мироздание. Если вы уделите достаточно внимания вашим ощущениям, вы познаете природу своего физического существования. Если вы уделите внимание тому, что вы называете сознанием, то вы познаете природу своего существования. Вы сможете как следует использовать это устройство только когда вы познаете природу своего существования. Я называю это устройством, потому что человеческий механизм является самым сложным механизмом на планете. Мы не просто так возглавляем эволюционную цепочку. На то, чтобы создать вас, ушли миллионы лет. Да? Yep. Это непростой процесс. Был проведен невероятный процесс, чтобы привести вас к нынешнему уровню неврологической чувствительности, ощущений, осознанности, всего. Это ключи к пониманию вашего существования. Но люди читают книги или смотрят на мироздание через свой iPhone. Никто не обращает внимания на это. Это является основой вашего существования. Только если вы знаете это, вы можете использовать это на полную мощность. Возьмем даже ваш мобильный. Чем больше вы о нем знаете, тем лучше вы можете его использовать. Не так ли? То же самое здесь.
Что все эти излишне преувеличенные или, скорее, излишне приукрашенное средство самореализации означает? Вы узнаете больше об этом. Или вы узнаете все, что стоит знать об этом, и вы сможете использовать это так, как захотите. Если вы захотите сидеть здесь без движения до конца жизни, вы сможете. Если захотите вскочить и быть активными, вы сможете и это. Вам будет по силам все, что вы захотите, ведь вы познаете об этом механизме абсолютно все. Не только физическую составляющую. Итак, если вы познаете это, предположим, ваше тело будет действовать так, как вы этого хотите. Ваш ум будет действовать так, как вы этого хотите. Ваша жизненная энергия будет действовать так, как вы этого хотите. Как вы будете поддерживать это, приятным или неприятным? По крайней мере, для себя высший уровень удовольствия. Что вы хотите для своего соседа, это еще вопрос. Но совершенно ясно, чего бы вы хотели для себя. Не так ли? Обычно, если вы испытываете очень приятные переживания, мы говорим о блаженстве. Но иногда блаженство может быть скучным. Приятные ощущения могут наскучить, не так ли? Вы захотите чего-то другого. Тогда вы будете использовать экстаз. Но его невозможно поддерживать постоянно. Блаженство можно испытывать на протяжении всей жизни. Экстаз невозможно испытывать всю жизнь. Есть пики и падения. Или другими словами, блаженство – это устойчивый уровень приятных ощущений. Интенсивных приятных ощущений. Экстаз невозможно поддерживать на одном уровне, но вы можете испытывать его довольно часто, хотя бы несколько раз в день.